Сергей Лазарев, певец эстрадный, вдруг сказал, что... Вдруг сказал. Я за него вступился. Что он наполовину украинец, что он не понимает смертей людей, что это, блядь, он не понимает Крыма и историю. Как на него обрушились все. Он имеет право, блядь, мать вашу, говорить все, что хочет. Вот тут начинается фашизм. Предатель, ты подсосешь, ты сдохнешь. Чтоб ты, блядь, ты что, Россию предал? Он не мой товарищ. Единственное, кого жалко, людей, погибающих от пуль. Детей, жен, женщин, бабушек, дедушек. Он просто высказал сомнения в целесообразности вообще всей этой хуйни противоантагонистической войны с Москвы с Киевом. И он был прав в этом. Теперь у него отменяются концерты. Он не будет тебе зарабатывать. Я заступаюсь с вашего участия, при вашем позволении за него. Он не сказал ничего плохого. Он сказал, что любая человеческая жертва это выше, чем коллизии между главами государств. Пикировки, блядь. Просто все, что он сказал, не умея быть таким блистательным, как я, в изложении своих куцых ебаных мыслей гомосексуального свойства, блядь. Он сказал, что одна смерть перевешивает любой спор. Не стоит слезинки и ребенка Солодосаевские все страдания мира. Одна смерть делает бессмысленным все выпуклены президентов всех стран. Если один человек погиб, ни за что, ты никто, ты не президент, ты ничтожество.